Роспотребнадзор, представляете, какой инструмент, даже политический. И в этом смысле, опять же, наш Лавров и тот же Онищенко, они всегда, есть анекдот, я не буду его долго рассказывать, но они в ногу бежали всегда, мне так кажется. Хотя, по идее, запреты Онищенко приносили, видимо, Лаврову неприятности. А что делать? Но это же политический инструмент. И Онищенко, дай бог ему здоровья, я еще раз повторяюсь, он защитник, умный и смелый. Я не думаю, может, он просто пойдет на другую, еще более, другую работу с большими возможностями. Я так надеюсь.